Скажи, Игорь Владимирович, а потом вот тут. А, покажи, конечно. На Игорю показать, чтобы Игорь, если что, его подснял все, что происходит. Там, ходил, там, вообще там. Установили, но тут можно будет найти. Класс. Парни крюки сделали сюда, их надо сделать обратно, потому что я боюсь, что шконку может вырвать. Они были вот здесь, вот их места. И кто знает, тогда она еще будет выше на 20 сантиметров висеть, если ее на эти крюки вешать. Вот это сатана, тихо, не подсказывайте. А вот это кто в руках у него? Тише, подумай. Кто может быть на лоне сатаны? Все. Единственный человек. Кто? Иуда. А, так это он Иуду держит. Конечно. Точно.